Хоккеисты «Лады», продолжающие борьбу в шестерке сильнейших команд Суперлиги, принимали казанский «Акбарс». Хозяева площадки первыми открыли счет, это сделал Нестеров. А затем все время были в роли догоняющих. 1-2, 2-3. За 3 минуты до финальной сирены Метлюк сравнивает счет 3-3. Но через 30 секунд экс-НХЛовец Квартальнов приносит белым барсам победу 4-3. Гости вновь возглавили турнирную таблицу, и послезавтра соперники встретятся в ответном поединке в Казани. Впервые в истории Самары 2 дня на льду Дворца спорта царила красота и пластика точных линий. Здесь прошел чемпионат и первенство России по синхронному фигурному катанию, в котором приняли участие свыше 400 участников из 20 городов страны. Взрослые команды боролись за единственную путевку на чемпионат мира в Хельсинки, который пройдет в столице Финляндии в апреле. Ее завоевал санкт-петербургский «Парадис», прошлогодний чемпион страны. Наша команда мечты «Dream Team» в острейшей борьбе стала вторым призером. На 3-м месте команда из Казани – Татарстан. В разряде юниоров наша «Самарочка» также была второй, уступив «Спартаку Меркурию» из Екатеринбурга.